Приветики, мои дорогие! Сегодня хочу показать вам мои подарочки на День Святого Валентина. Это вот такое вот лимонное деревце. Вот так вот оно называется. Так понимаю, вот сорт цитрина. Я в этом еще не разбиралась. Тут есть плоды. Раз, два, три, четвертый отвалился, и вот тут вот пятый, маленькая завязь, прикольный. Ну, вы знаете, есть легкий аромат, но чтоб сильно пах, я не слышу. И вот такой вот субстрат, точно такой же субстрат был в моей азалии. Это очень-очень меня огорчает, потому что я очень стала бояться таких субстратов. И тут висят лимоны. Пересаживать, конечно же, я ничего не буду. Но вот визуально деревце здоровое, я посмотрела. Листики. Максимум, что я сделаю, я его опрыскаю по листикам. Может быть, и не буду ничего делать. Главное, чтобы он ничего не сбросил. Вот тут, по-моему, этот лимончик был. Вот тут вот. Видите, как тут прививочка сделана? Интересно. Деревце сформировано низеньким, вот таким вот, 24 сантиметра. Я думала, она накручена, но нет, оно вот такое вот низенькое. Низенькое компактное деревце. Да, это мне подарил муж. Я говорю, а почему не орхидейку? Он говорит, ну, у тебя их много. Надо какое-то разнообразие. Да, вот. Вот такой вот лимончик. И что я купила себе сама? Это вот такая вот деточка Эквестриса. Природная форма. Он такой розовенький. Сиренево-розовый. Я покажу фотографию, как он цвел. И что я вам хочу сказать? Он подмороженный. Видите? Он мне пришел подмороженный. Хотя была плюсовая температура. Он был в утеплителе. В одном утеплителе. В один слой. И он подморозился. Наверное, подморозился он ночью. Почему? Потому что все-таки перепады температуры есть. Ночная температура была намного ниже, чем ноль. Вот. Ну, я себя тешу, конечно, что эти листики хорошие. А, вот эти листики маленькие там хорошие. Ну, корни там точно хорошие. Был цветочек, конечно же, он. Я его сорвала, потому что он поник. Вот. Этот листик точно обморозился. Он мягкий и поменял цвет. Вот. Ну, те листики миленькие. Я не знаю. В общем, время покажет. И у кого был опыт с обмороженными орхидеями, подскажите, что и как. И корешки вот тут вот. Вот они торчат. Они хорошенькие. Не мокрые, гнили, нет. Ничего такого. Нет. Ну вот листочки меня смущают, конечно. Ну, вот, вот такая вот нетерплячесть.
Можно было, конечно, бы и подождать. Но дело в том, что мне в тот же день, когда пришла эта орхидея ко мне, пришла еще одна орхидея в двойном утеплителе, цветущая. Вот, тоже мой подарочек. И как бы с ней было все хорошо, без обморожения. То есть все-таки нужно двойной утеплитель. Одинарный утеплитель не спасает при нуле. Двойной утеплитель проверенно работает. Какая-то орхидейка тоже эквестрис, но то гибрид. Вот. А вот это вот природник. Это детка природника. Вот так она посажена, подписана. Я не знаю, что будет с ней дальше, но она вроде бы... Сейчас я вам покажу, как выглядит здоровая орхидея, какой цвет листьев должен быть, и сравним. Это обморожение. Какой цвет? Он такой желто-зеленый и такой, как кажется, он водянистый. Видите? Листик. Это здоровый листик орхидеи. Вот, для примера. Это стопроцентное обморожение. Листики, которые поменьше, они, мне кажется, живые. Они меньше пострадали, потому что там было салфеточками заложено, утеплено. Много-много слоев было салфеток бумажных. Поэтому... А этот листик был наружу. Вот. Поэтому вот такая у меня... такой подарочек, который я решила сама себе сделать. Потому что я купила себе эквестрис гибридный. И в тот же день, через день, я нашла в интернете деточку. Вот эту вот природной формы, природник. Вот, я, конечно, не утерпела. Думаю, оставлю себе какой-то один. Наверное, тот эквестрис у меня все-таки хочет его откупить одна знакомая. Вот. Поэтому у меня деточка останется, скорее всего. Так что да, это моя Аналрати. Подросла очень сильно. Листики тянутся, корешки растут. Это Аналрати. Еще один очень миленький мой подарочек, это вот такой вот кашпо с лисенком или котенком, не знаю. Вот. Это мне мама принесла. Очень-очень миленькое кашпо. И очень классно мне вписалось сюда. Ну, также было очень много шоколада, конфет. Шоколада, вот, всяких сувенирных штучек. И, конечно же, валентинки. Это я уже не буду показывать. Вот. Так что вот такие вот были у меня подарочки. Приятненькие. Ну, а за этой малюткой я буду наблюдать, что и как. Не буду ничего трогать, пусть она стоит, адаптируется, а там дальше время покажет. Да? Все. Всем спасибо за внимание. С вами была Ирина. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Будет очень много интересного. Всем пока-пока. Разрезали мы маленький лимончик. Очень пахнет лаймом. Тоненькая шкурочка. Я уже изучила всю информацию в интернете. В общем, съедобно, кушать можно. Очень-очень пахнет лаймом.